Пришли с казачьего ущелья. Там как жалел. Вот стандартный путь уйти домой через просвещенец. Но мы куда идем? Правильно, мы идем через... Никто из нас там еще не был. Почему мы так медленно ходим по горам? Карусель, карусель. Это радость для нас. Прокатись на нашей карусе. Я думаю, пока не поздно, надо вернуться назад. Я успел, а вот жир, кажется, нет. Да, он опаздывает. Ты что такой пунктуальный? Алям алейкум, я же 15 минут отсижу. Да? Да. Время 5:02, договаривались 5 часов встретиться. Серега уже здесь, все помнят Серегу. Он не нуждается в представлении человека из Астаны. А вот Руса нет. Да, нормально, ну. Я еще и похавать успел. Даже специально, видишь, этот походный рюкзачок я одолжил. Сравним. Примерно одинаково. Пикап. Вот так вот поставили машину, высадили. И мы пошли пешком. Все, Рус проиграл уже. В прошлый раз ты помнишь, как проиграл? Нечестно. Просто его уболтал. Легким движением футболка превращается в элегантную кофту. Ты все холодное взял, да, только с собой? Только холодное. Я все из холодильника, из морозильника. Лед. Я чай могу понести. Эй, вы кто такие? Смотри. Такой классный. Эй, теленочек. А? Ты только родился, что ли? Плюшевый. Не будь как все. Там ничего нету. Знаешь, это мангус, да? Подглянул. У него шашлыка нет? Да, у тебя же есть, ты сам сказал, можешь есть. Предлагаю пару стейков с собой забрать. Как тебе не стыдно? Время 6 утра, и мы начинаем наш поход. Я предлагаю вернуться обратно, пока не поздно. Играть в пул? Ну, сначала поспать, а потом... Пошли. Лена, пока. Серега сказал, что у него выносливости хватит еще до пика Титова, да? Да, Серега? Да, да! Все такое, нет, такое. Да, Серега! Все верно. Серега купил дрон, сказал, нам его отдаст после этого похода. Да. Давайте пойдем, хватит стоять. Я Рус устал просто чуть-чуть. Я думал, будут нормальные подъемы. Выносливость, все дела. А вы что-то как девочка, блин. Пойдем быстрее. В серебре ее одну заветную. Нельзя просто так мимо качелей проходить. Прикол возле кататься. До них все добраться надо. Я думаю, что кататься на качелях не самая хорошая затея. Ну что, полезли? А, полезли. Вот эти. Как можно мимо пройти качели? Это разве качели? Серьезно, а то я не буду кататься. Ты даже слезть не сможешь, если я начну кататься. Ну, вообще кайф. Тебе уже страшно? Нет, не страшно, просто кайфово. Вообще кайф. Сможешь без рук? Я не упал. Пленку тратил, бля. Не, я там пойду. В серебре я одну. По мосту или как все люди? По камням. По камням, конечно. По камням, по камням. Тогда мост был очень деревянный. В прошлый раз, как мы здесь были, построили мостик, поставили. Такой, железобетонный. Но выбор всегда очевиден. Даже не трясется.
Друзья, если вам нравится наш канал и вы хотите нас поддержать, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и делитесь ссылкой со своими друзьями. Ты вода, ешь вода. У нас самсушка лучше, чем любая другая еда. Так нормально все пошли. Оставляй. Камеру видно хоть немного. Ух, ты как это. Смотри, он полосатый как клоун. Нос еще красный сделать. Тут лучше видно, чем на экране. Как кот, который в муку залез. Настало время раздеваться. Пришел тот час. Подходим к жилью. Идем медленно, кайфуем. Красота. Тепло. Все ноги в кота. Котоноги. Идем от Кокжилям к водопаду Батарейка. Все холодный ветер с дождем усилился стократно. Не говори ему. Серега первый раз на Кокжилях. Ого-го. Nice. Смотри назад. So very nice. Ты подготовился очень. Тоненько, куринка. Это сырок. Тунец с яйцом. Альдента. Палочки надо? Самолет летает. Слева.
волшебство. У нас обед самым лучшим видом, как всегда. Такая вкусняшка на обед. Манго, банана и танжерин. Приветили нашего подписчика. Как вас зовут? Меня зовут Денис, мой сын Глеб, 9 лет. Мы здесь, можно сказать, благодаря забугорщикам и вашим видео, потому что с прошлого года начались просмотры ваши. Тоже захотелось ходить, покорять, и как бы все вот так и пошло. Сейчас гуляли, просто пришли на Кокжайляу, встретили забугорщиков настоящих в оригинале, вживую. Не с Алиэкспресса. Да, и вообще очень рады. Передаем всем привет. Ходите в горы, это вообще просто удовольствие нереальное. Это нужно просто... Это понимаешь, когда находишься в горах. Это невозможно сказать, зачем ты ходишь в горы. Это нужно просто чувствовать. Спасибо. Супер. Всем привет. Поняли. Классно, когда есть такое место. Вроде недалеко от города, но нереально красиво, прям очень круто. И водопад, и панорама на город, и панорама на горы, прям супер. И лошадки были. Можешь все то же самое, только лицо посчастливее. Посчастливее? Это мое счастливое лицо. Здесь я в первый раз и прям очень доволен, прям здорово, классно. Раз в месяц можно вообще сюда ходить. И причем каждый, я так понимаю, каждый сезон тут по-своему красиво. Осенью тут, наверное, вообще классно. Зимой тоже, наверное, круто. Конечно, один минус это мусор. Ох, ребят, мусор это везде проблема. По всему Казахстану, наверное. Любое какое-то место, где можно прийти отдохнуть, посидеть, покайфовать, обязательно какой-нибудь срач будет. Хоть один, но он по-любому будет. Но это кошмар. Люди, убирайте за собой мусор. Сколько было сказано, ты же идешь с полными пакетами, но уйди ты с пустыми, они будут в 5 раз легче. Пусти ты его до ближайшей мусорки, да выкини. Не будьте нехорошими людьми. Выкидывайте мусор. Нет мусора в горах. Для тех, кто первый раз, обязательно идите. Не надо откладывать на завтра, на послезавтра. Вот прям есть свободный день, неважно. Понедельник, пятница, среда. Прям идите. Но совет пораньше выходить. Вот мы пораньше вышли, и здорово было. Вот, было очень комфортно идти, не по жаре. И людей немного. Прям классно. Поэтому ходите чаще. Не ходите, дети, в Африку гулять. Hey, where are you going? Home. Where is home? Пришли с казачьего ущелья на Кокжайляу. Вот стандартный путь уйти домой через Просвещенец. Но мы куда идем? Правильно, мы идем через Каменское плато. Никто из нас там еще не был. Моя очередь выпала за тобой возвращаться. Здравствуйте.
50. Спускаемся, да, минут 40-50, наверное. А, сейчас это точно скажу. Мы когда выходили, я глянул, было 12:30. Сейчас час 15, да, 45 минут. Спустились совсем по новому пути между Просвещенцем и Казачкой. Спустились на плато Каменское. Находимся на высоте 1535 метров. Вышли к цивилизации. Будем искать остановку или что-то типа того. Бабочек много. Вот и все. На этом поход завершен. Ну, для вас. Нам еще дойти надо. Теперь идем дальше. А я побежал за шпармаком опять. Как остановиться? Эй, малыш. Смотри, какие классные. Эй. Сейчас ты...